гласная буква «У» вносит в характер хитрость, а именно умение тщательно скрывать истинную цель своих намерений, способности политика. Может быть и великодушным сопереживающим человеком, филантропом, стремящимся подняться на высший духовный уровень. Немало проблем людям с этим именем доставляет их необузданный воинственный характер. Они часто беспричинно вспыльчивы, импульсивны, редко считаются с чужим мнением и уж точно не допустят стороннего влияния. Гласная буква «А» придает движение вперед, но выбор и нрав этого имени диктуют другие буквы, заключенные в имени носителя. Они не переносят критику, встречают в штыки любые мнения оппонентов. Это силы и желание что-то начать и осуществить. Стремление быть первым, лидерские и организаторские способности, большая склонность к действиям. В любви часто капризны и нуждаются в человеке, способном управлять отношениями и принимать противоречивый характер партнера. Звук «А» в этом имени считается символом проявления самостоятельности, чистоты и ясности. Человек с буквой «У» в имени аккуратен и педантичен, расчетлив и бережлив. Как бы испытывая таких людей на прочность, судьба часто посылает им трудности в первой половине жизни. Эти личности гибкие и льстивые, способные вертеть другими людьми как угодно. Данное имя связывает с красотой, парадностью и в то же время замкнутостью и ограниченностью из-за звука «Д». У этих людей удивительная интуиция. Их часто посещают пророческие сны и видения о том, что должно произойти. Их энергетика настолько сильна, что если не направить ее в добрые русла, может проявить себя в виде нервозности и вспышках гнева. Владельцы этого имени всегда подумают, прежде чем начать действовать, но их действия в основном приводят к застою в делах. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.